ансамбле Моисеева огромный репертуар, очень много программ. И вот сегодня во Владикавказе и завтра будут, конечно, совсем новая программа. Это будет показан балет «Половецкие пляски», первый балет, который Игорь Александрович Моисеев поставил в ансамбле, превращая его в театр. Он был поставлен в 1971 году, премьера состоялась в Париже, и до сих пор он всегда идет с огромным успехом в любых странах и также в Москве в нашем репертуаре. Мы были приглашены на юбилей ансамбля «Алан», то зашел разговор, и меня прежде всего отвезли. Я хотела посетить Беслан, город ангелов, конечно, трагедия, которая... Слов нет, чтобы описать, что это за трагедия. Зверство страшное совершенно, и как люди на это способны вообще, это не люди. И мы говорили с Фатимой и со Сламбековной о том, что хотелось бы, чтобы дети, которые сегодня живут в Беслане, чтобы они увидели ансамбль Моисеева. Я сразу сказала, даже вообще нет вопроса, и мы с удовольствием дадим благотворительный концерт. Именно, тем более, что в этом году 10 лет с того момента, как произошла трагедия. Это наша просто обязанность, по-другому быть не может. И мне очень приятно, что этот концерт, он будет носить еще такой просветительский характер, потому что мы составили специальную программу по странам и континентам «Танцы народов мира». И наверняка дети, которые живут в Беслане, впервые увидят мексиканские танцы в исполнении ансамбля Моисеева, аргентинские танцы, татарские, грузинские, молдавские, русские. То есть все, ну, такую большую палитру, то, что смогло, конечно, войти в полуторачасовой концерт, «Танцы народов мира». Это очень хорошо, и я думаю, что это объединяет все народы и несет единственную идею, которой живет ансамбль Моисеева, и которую он пропагандирует все 70 лет своего существования. Это мир, любовь и добро для всех людей на этой планете.